Торжественное открытие 16-го межрегионального турнира по боксу состоялось 9 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». С приветственным словом выступил заместитель директора Смоленской атомной станции Владимир Исаев. Я хотел бы вам пожелать новых побед, новых спортивных удач, хорошего и отличного действия. Главный судья турнира Борис Усольцев, мастер спорта СССР, профессор Балтийского технического университета. 12 судей оценивали поединки под его руководством. Состязаться за звание сильнейшего боксера приехало более 80 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Бокс – зрелищный вид спорта. Изощренные приемы, точные удары, правильная стойка. Психология – ключ к успеху в поединке. Боксерские бои всегда смотрятся динамично, что и нравится в этом виде спорта зрителям. Ощущаю удовольствие от этого мероприятия. Я за все время здесь, сколько в Десногорске живу, я два турнира пропустил только все. Уровень бокса не только у десногорских спортсменов растет, а тут и другие команды приезжают уже такие подготовленные ребята, так что палец в рот не клади, откусит сразу. Чтобы выйти на ринг, необходимы годы тренировок. Чем больше подготовки, тем больше спортсмен готов к полноценной схватке. Порой к концу трехраундового боя у соперников не остается сил. Для десногорских боксеров этот турнир – отличная возможность оценить свой уровень и готовность представлять Смоленскую область на всероссийских соревнованиях. Илья Песегов тренируется в клубе «Ринг» 4 года. Финальный бой он провел с соперником из Балашихи. На протяжении всех трех раундов он доминировал над противником и выиграл по очкам. Поддержка же, конечно же, помогает, ну и опыт. С каждым боем, когда ты все дальше двигаешься, тебе же становится как-то легче боксировать. Для брата Ильи, Никиты Песегова, это последнее участие в турнире. Он провел два поединка, достойно выступил в финале, обыграв спортсмена из Витебска. В следующем году он уедет учиться в другой город, однако заканчивать свою спортивную карьеру не собирается. Мне нравится бокс, я буду этим заниматься, пока позволяет здоровье и возраст. Здесь хорошие спонсоры, призы, участники относятся хорошо, организаторы, участникам турнира. А вот Рафаэлю Джавадову в этом году не повезло. На протяжении уже 5 лет он становился победителем этого турнира. В этом году он проиграл финальный бой и стал вторым. Может быть, физухи не хватило, сил, вот это главное. Вот это главное, что мне не хватило. Среди десногорцев победителями стали Илья и Никита Песеговы, Березовский Денис, Егор Лаухин. Второе место у Рафаэля Джавадова, Кирилла Бирюкова, Даниила Спиридонова, Данила Курдибаха. Победители и призеры были награждены медалями, кубками, грамотами и подарками от первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.